33 гектара и 4,5 тысячи тонн различной продукции. Городские власти оценили масштабы производства комбината «Тепличный». В рамках работы по поддержке малого и среднего бизнеса специалисты уже побывали более чем на 100 предприятиях города. Об итогах этой встречи расскажет Юлия Савинцева. Я вам скажу, с одного квадратного метра собирается 38-39 килограмм. Еще бы, ведь одному растению хватает 4 литров земли. Такая технология. В итоге на одном квадратном метре множество веток. А площадь, которую занимают помидоры, около 3 гектаров. Урожай так сразу не подсчитаешь. Выращивают томаты не только в сезон, а с февраля по ноябрь. Все благодаря новым теплицам. Кстати, в таких же растут и баклажаны, и перцы. Рентабельность выросла как бы за счет того, что потребление меньше в этих теплицах тепла. От старой теплицы мы пленкой заворачиваем, а здесь новая теплица, двойное остекленение. Вот штора есть, как бы зимой штору можно закрыть, уже объем уменьшить, как бы тепла меньше потребляется. Вот и во-вторых, как бы интенсивная технология позволяет высокий урожай получать. Сегодня комбинат «Тепличный» производит различные виды овощей, как в закрытом, так и в открытом грунте. Огурцы, томаты разных сортов, также есть перец, баклажаны. А круглый год здесь выращивают салаты, укроп, петрушку, сельдерей, кинзу. Много различной рассады и цветов. В год на предприятии собирают огромный урожай – 4,5 тысячи тонн различной продукции. Новые экономические условия только подтолкнули к развитию. Мы посмотрели, что да, действительно, более 500 человек на предприятии трудится уверенно. Надо сказать, что предприятие в настоящее время оно во многом переориентировалось на обеспечение овощами именно жителей города Вологды, жителей Вологодской области. То есть уже намного меньше продукции вывозится за границы области. В этом году за пределы области отправили не больше 5% произведенной продукции. В этом смысле импортозамещение предприятию помогло. Впрочем, импортные продукты на прилавках остались. Их качество заметно уступает местным овощам. А вот в цене конкурировать сложно. Тем не менее, на комбинате держать социальную цену стараются. В некоторых случаях мы даже в наши магазины отпускаем цену дешевле на 3-5%, чем отдаем оптом крупным оптовикам. Такие выезды на вологодские производства по поручению главы города Евгения Шулепова проводятся регулярно с начала года. Специалисты уже побывали более чем на 100 предприятиях. Их главная задача – посмотреть, как развивается производство в сегодняшних условиях и оперативно помочь, если это требуется. По ряду предприятий уже приняты конкретные решения. Юлия Савинцева, Максим Тышковец, Вологда-Портал.